Привет, Данила. Мурлёнка, спасибо. На стадион. Но вот такого билетика не было на поезд, к сожалению. 22 часа. Ростов на связи. Спасибо большое. Ну ты купила в итоге? Просто я не понял. Надеюсь, купила. Расскажи историю создания трека SS3RL. Как с ним познакомились? Спасибо большое. Как я познакомился с Серым? Ну я точно подсосался. Вот точно подсосался. Сейчас помню. Я не помню, через общего, по-моему, знакомого. Либо я ему в директ в Инстаграм написал. Прям вот настолько, по-моему. Не помню. Ну честно. Ну что-то там, типа... Ну мне он очень нравился. Типа вот эта песня его я обожал. А! Я ему прислал, я смотрю аниме. Все, это я подсосался, я ему написал. Вот, короче, я ему прислал, я смотрю аниме. И сказал, что я типа им вдохновлялся. Ну, что чистая правда. Я говорю, давай типа что-нибудь замутим. Он говорит, давай, все. Ну, Серла это мужик, ему за 40 лет. И он невероятно открытый и, ну, короче, добрый человек. Поэтому он... Дань, есть вопрос. Как ты справлялся с тревожностью, когда переехал в СНП? У меня... Спасибо большое за вопрос. У меня не было тревожности, когда я переезжал в СНП. Потому что я все равно из пиздеца переезжал. Как хуже уже не будет, понимаешь? Я наоборот, у меня была такая... Не знаю, как эйфория, что ли. Ну, короче, я довольно-таки хорошо. Хоть и тяжелое время было, очень тяжелое по финансам, особенно, блядь. Но все равно кайфово было. Про площадки знаю, что как дела залили. Забаним нормально. Сейчас Дудо будет. Привет, сори за вопрос, но мне прям пиздец интересно. Угу. Что ты сделал такого в 2008 году? Почему ты в казанской базе ментовки? Как? Первый раз слышу, я вообще... Ребята, что, если хотите, чтобы настроение еще лучше было, вот здесь QR-код сейчас будет. Покупаем билетики на концерт в Москву. Питер найдете, там просто 100 осталось билетов, поэтому не особо рекламируем. Привет, Даня. Хотел Привет. Рассказать, что моя подруга рассталась с парней абьюзером из-за того, что он не отпустил ее к тебе на концерт. Опа, блядь, чего? Хотел рассказать, что моя подруга рассталась с парнем абьюзером из-за того, что он не пустил ее к себе на концерт. Вот это уважаю, вот это правильное решение. Че, у Янины видос? Передай подруге, что она большая молодец. Я сегодня, ну я не знаю, ну короче, не воспринимайте это как шутку, это реальная история. Вчера ложился спать, ну уже сегодня получается ночью. Ложился спать, короче, и я, знаете, мне так, я так устал, мне уже хотелось, короче, подрыхнуть. Я быстро вот таким глазом, короче, еле открывающийся, смотрю, короче, какие-то видосы. И смотрю что-то там, что-то про сектор газа. Думаю, опа, ну типа на заднем фоне пускай нахуй, вы поняли. На заднем фоне пускай, типа, про группу «Сектор газа» рассказывают, а я под это засну. Но я всегда под что-то засыпаю. Короче, ставлю и просыпаю, моментально засыпаю и от взрыва, прикиньте, просто... Я обосрался. Я говорю, не воспринимайте это как шутку, это не насмешка над этой ситуацией, просто, говорю, такой пиздец. Я лох, короче, вы поняли, жесткая хуйня. Я думаю, о, про группу, прикиньте, о, сейчас про группу послушаю на заднем фоне, нормально, просыпаю, ба-ба-ба-бам, да... И вот началось, я такой, чё, блядь, пиздец, я обосрался, жестко, блядь. А ты где сам сидишь? Нормально, нормально. Ну, короче, роллинг, если вы шарите, короче, это будет такое, типа, реально тусовки. Но посмотрим, посмотрим, пока еще привет, не садился за это, но тебе. Идея Удачного есть. Стрима. Всем привет, кто в чате? Привет, hate yourself, спасибо тебе большое. Я парни. Надеюсь, не последний. Разбань, Паша, еще ты злой человек и плохой, ты мне не нравишься, у тебя прическа некрасивая, как будто грипп, блядь. Спасибо большое. Парни, нашла-то в итоге, нет? Спасибо, как будто грипп, да, знаю, за шарю, мемы, шарю. Ребята, я не старый, я шарю за мемы. Ребята, вообще мощь, убираем хорошо, блядь. Москва, ну ладно, не буду говорить уже, все, не хочу цифры постоянно говорить, каркать. Ну, короче, мы в Москве собрали столько, сколько я планировал. Собрать, когда вообще объявила об адреналине. О, а ВК стадион, простите, ВК. Ну, короче, вы поняли, прикиньте, уже собрали все. То есть там, ну, минимум, который, на который мы рассчитывали, уже есть. Это просто мясо. Поэтому надеюсь, что еще больше будет, блин. Круто, достойно, реально. Сосипо. Сам сосипо. Спасибо большое за 400. Подписан. А ты все сезоны B16 ну, смотрел? Вроде да. Просто есть одна серия, в третьем сезоне, по-моему, где вообще мясо происходит, контент и боюсь. Ну, вроде все смотрел, да, вроде все смотрел. Ты солнышко. Спасибо, Дашулька, хуёлнышко. Спасибо, что запустил стрим, точка, как раз с универа ехать полтора часа, точка, где уши купил? Зачетный. Это... Хорошего стрима всем. Спасибо, это уши мои, в которых я выступаю, это Sennheiser мои. Ну, они не кастомные, знаете, есть кастомные, которые прям в ухо выливаются, но мне не нужно, потому что они мне идеально сидят в ухе. Здравствуйте, Данила.
Здравствуйте. Это мой второй донат. По случаю, что вы опять очень опрятно выглядите. Подставьте ладошки. Дзынь-дзынь-дзынь. Спасибо, я всегда так выгляжу, блин. Подписан. Да, спасибо большое. Есть ты там. Чего ты 12 лет натворил? Спасибо большое, Ринка, ковлочка. Да я не ебу, о чем вы говорите? Какая полиция? Я ничего не понимаю, что вы от меня хотите. Я вам серьезно говорю. Привет. Расскажи, привет. Как справляешься со страхом самовыражения в творчестве? Есть очень много материала и идей, но перфекционизм губит. Есть такая хуйня, да? Да, блядь, не знаю, чувак. По случайности. Хуй знает, как объяснить. Но есть момент, были моменты, когда я очень сильно... ну, типа, слишком экспериментировал, и это не принимали, понимаешь, о чем я. И это сильно дезморали. Но потом, как-то потихоньку, становится, ну, кажется, что все-таки твои эксперименты принимают. Ну, короче, твое восприятие, просто, наверное, попытайся что-нибудь еще сделать побольше. Ну, как бы, не получилось, дальше делаешь все, в принципе. Куточка, идем с аппортом на твои концерты, точка, будем сравнить ебнутое мясо в слайме, точка. А еще я, наконец-то, выполню свою юношескую мечту и попаду к тебе меньше, чем три. Блять. Привет, Данила. Еду в Москву на конверт к тебе с Ижевска. Это будет моя первая поездка в соло, очень волнуюсь. Не волнуйся, все будет хорошо. Москва достаточно добрый город, но иногда могут избить, да? То есть ты по ночам не ходи нигде, а так все в порядке. Приезжай. Будем на связи, бро. Иногда из-за освещения кажется, что у тебя седина. Спасибо большое, а так и есть, я уже старый, блин, мне уже 40, да. Ну что-то да, об этом есть. Ты вот отвечал, что вы по сути ждете только куплет славы бустера. Да. А выпуск сам получается уже смонтирован. Ну да. А билет на кон свипка МСК куплен. А, все, куплен, да, только Артман хотел сказать. Но вообще выпуск, он там... Его надо домонтировать, но это день работы. Вот реально, с утра до вечера я выпуск полностью закончу. То есть это не так сложно, ну... Самое главное вот с песней закончить, потому что это пиздец долго. Ой, как мы долго тянем этот выпуск, когда Слава приедет со Франции, блядь. За месяц еще получше освоюсь фотографии. Отец камеру подгонит. А там уже и переходники пойдут. В общем, к концу, дай боже, успею. Ха-ха. Все, понятно. Будем на связи, бро. Питпо, спасибо тебе большое. Учач. Ну давай. Лишаюсь донатной развивайся в этой сфере. Хорошего вечера. А, Марзелка, да? Марзелка. Не, Мярзелка. Слышу, тебе тоже. Слышал Воронин, мы его грохнули. Там клип вышел. Зацени, пацанов. Мне не особо эта песня. Я слышал, не особо. Ну, я уж обзывать пацанов не хочу, дезморали. Ну, кринжово лично для меня. Что-то я не понял, короче, этого момента. Слышал в ТикТоке, но эмоции не вызывает. Вот. Да, вот. Мярзелке я пожелал тоже хорошего вечера. Спасибо большое. И Боберте тоже спасибо большое. Договор подписан. Да подождите, сейчас донаты заканчиваются, 2-3. Чё? Soul Fly Day Chinatown, ну ты, конечно, дурачок местный. Понял, Чипика. Ну, главное, чтобы тебе интересно было, чем могу тебе сказать. Будем на связи, бро. Подписан. Здравствуйте, Даня. Здравствуйте, Екатерина Дольчемилковна. Я договорилась с подругой из Брянска, чтобы вместе на концерт пошли. Ждем жесткий. Я это уважаю максимально. Ребята, тоже идите на концерт. Спасибо тебе большое. Приходите ко мне на концерт 7 ноября. Будет номер. Бля, ВК Стадиум, Это я к тебе приду. Подожди. Это ты ко мне придешь на концерт. Ты чё башку мне ебешь, блядь? Это я в ВК Стадиум буду, а не ВК Стадиум во мне будет. Чё за хуйня, блядь? Это не поддерживай, блядь. Вот я что поддерживаю, ребята. Иди отсюда, блядь. Это я в тебе выступлю, а не ты во мне, блядь. На польский паспорт. Жду пожелания удачи. Желаю удачи. Да все будет хорошо. Ты просто... Даню, ты сегодня, как всегда, не могу пошутить. Ты, как всегда, хуйло. Спасибо тебе большое, Воркусон, хуйсос. Ну, реально хуйсос. Я уже оплатила проходку в Питер за сотку, поэтому с меня взятки гладки. Какую нахуй проходку в Питер за сотку? Интересно, что у тебя за проходка за сотку? Ну, а так интересно. Спасибо большое за донат. Будем на связи, бро. Ева Степ, спасибо большое за 500. Слушаем тебя внимательно. Скучаю по крысе из чата. Тут его заместители приходят, поэтому, короче... Немножко, да, она теперь серьезный человек, блядь. Додо! Простили. Вы меня простите. Да. Чач. Да. Все, я тебя простил, я просто, ну, вот как чат решил, я, то есть, ведомый человек, у меня своего мнения нету. Поэтому, если они простили, конечно, и я простил, то есть, все в порядке. Ребят, 2-3 доната осталось, все, терпим, 2-3 доната, поехали, Марк Гробба. Прочитав, мне лицо, как будто говно увидел, больше не буду донатить. Спасибо большое, просто сложный никнейм, не обижайся. Просто сложный никнейм, понимаешь, ты бы назвался там Петр, Алексей, вот тогда легко было бы, реально. Вячеславна, спасибо большое за 500. Питер. Я сдала 2 билета на танцпол, ловите, пока есть, без паники, я как взрослый тетя балую себя вип-зону. А, все, я думал, все, випки купила.
Договорились, все. Это я правильно, это я уважаю. Мама, спасибо большое за 888. Даня, привет. Я понимаю, тебя заебали дни рождения и донаты. Но, пожалуйста, поздравь Настеньку с днем рождения. Завтра 17 лет. Настеньку, поздравляю с днем рождения. Желаю счастья, здоровья. Иди на мой концерт. А, блядь, вот это хорошая хуйня. Вот ку-ку мне подсказал, это неплохо, блядь. Даня, почему Трек Лавс ГСП Дэвид Блонд не отметил хештегом? И у тебя пизда с карточками музыканта. Уже да. Твою музыку среди всего найти трудно. Да, серьезно, прям настолько. Ну, блядь, ну, сука, мне прям... А, мне это злит, честно, блядь. Ну, ладно, я постараюсь разобраться с этим. А трек я не отметил, да? Не отметил? Окей, я разберусь, блядь, поищу. Ну, я проебался, да, в этом плане. Будем на связи, бро. Да что ж меня за сперма, блядь? Богдан, я, спасибо. Извини за несколько повторных донатов просто. Mm-hmm. Я думал, что их не было. Я догадался, не парься. Мне-то чё? Мне начать стрим-карьеру? Да, можешь начинать, никаких проблем. Слушай, мне от этого только плюс. О, 5000, блядь. Ебать, блядь, ещё. Запомни, есть 5000 рублей. А это мэр, блядь. Это мэр, аноним. С таким же. Ебать. Запомни, есть 5000. Передонатило, блядь. Это мэр, блядь. Мэр же донатил с таким же донатом, блядь, и просто вместо аноним написал свое имя, еще 5000 закинул. У тебя хорошее настроение. У меня тоже прекрасная. Спасибо. Точка пришла сюда похихикать. Точка. О. Начинаю хи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 . Точка, да. Билет в МСК купила. Вот только хотел спросить про билет в МСК. Ну хорошо, что мы, вот я говорю, у нас с мэром есть такая движуха, что, ну, одинаково мыслим, знаете, по-дружески. У нас есть свои секретики, короче, все движухи, короче. И она, ну, шарит. Спасибо большое за аноним. Не пойму, кто это, блядь, что за аноним, анонимно, блядь. Ну, а так спасибо большое. Бля, нормально, да? Просто никнейм поменяла, взяла, еще 5000 закинула. Есть, блядь. Ебаш позже в тур, блядь. Спасибо большое, лапапафни, конечно. Конечно, сделаем. 100%. Постараюсь побольше городов взять, но так, чтобы я не умер, бля, в этом туре. А так поеду, 100%. После этого, как у альбома. Выебал бабки щебана. Не понял почему, но меня выгнали из поликлиники. Правильно, правильно. Всем удачного стрима. А тебе хуёв корзина. Ты это тебе хуёв корзина, Алёша, блядь. Алёша, но дурачка похожий, блядь. Зарифмовал? Ну почти. Додо! Додо, ну ладно, мы её простили. Нормально относимся. Ура, и меня простили. Спасибо. Ну, благодаря аудиторию, вот она, они хорошие люди, блядь. Данила пиздун обещал ещё в сентябре икш мне отменить. Ну я проебался в этом плане, я бы отменил 100%, то есть ни один звонок, но просто не хочется. Владочка, 3 метра от тебя, спасибо большое, Виктория, спасибо за 500 рублей. Да все, хватит донатить уже, все, я сам уже заебался эти деньги получать, блядь, миллионы. Пишу с целью сказать о том, как я люблю Полину и Ульяну, девочки, только ради вас до сих пор в этот медицинский хожу. Договор подписан. Ну хорошо, ты, Виктория, спасибо. Красивый. У меня опять хуёвый период, но зато я нашла работу. Хотела на твой концерт. Не смогу. В следующий раз получится. Если в следующий раз будет. Ну ладно, спасибо большое, мать. Не переживай. После черной полосы наступит белая. Бля, у меня уже глаза ебутся. Не ори на мать. Спасибо большое за 500. Да вы заебете. Даня, чач. Чач. А когда мы ему скажем, что такое ажиотаж вокруг его концертов, это просто пранк. Заткнись, блядь, такие вещи не говори, блядь. Тварь, блядь, сука, зараза, блядь. Давайте, дезморальте меня, блядь. Ты постоянно Риа, ма, говоришь, спасибо. Что ты кого-то сломаешь, но каждая твоя история про то, как пиздили тебя. Чё, а? Ну потому что я не могу сознаваться в убийстве, понимаешь, о чем я нахуй? Поэтому не пизди, блядь, сиди молчи нахуй, блядь. Вич, спасибо большое за 500 рублей. А я не пойду на концерт, удачи там всем, веселья на концерте. А причина, блядь, Вич нахуй. Янка Пьянка, что за никнейм? Спасибо большое за 500 рублей. Слушаем тебя внимательно. Привет, Даня. Привет. Хорошего стрима. Мне исполнился 21 год. Очень прошу поздравить, иди вперед, не иди назад. Конечно, конечно. Янка Пьянка, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе счастья, здоровья, всего самого наилучшего. Иди на мой концерт. Не иди в другое место.